Я ни к одному мужику столько не бегала, а хавал, понимаешь? Ты заходишь, и ты сразу читаешь, вспоминая русский язык, он тебе еще понадобится. И сердце радуется, и сердце теплится в осознании того, что я пытаюсь отправить Хавала на пенсию. Объясняю чуваку о том, что уже пора, как бы время, туда-сюда, сам понимаешь. Вот, лампочки стоят, какие-то люминесцентные, туда-сюда. У меня занавеска, отодвинул, все, света побольше, задвинул, света поменьше, все. Разборки света по хардкору. Я манала что-то настраивать слишком долго. А я расскажу что-нибудь из рубрики «Новость дня». Нахрен рубрику «Новость дня». Хавел! Ты хорошим всем вершимся в танце земном. А мы с тобой вместе. Ой-ой-ой-ой. Еще, подожди. Мне надо выйти. Подожди, я нос попудрить. Why you so mad? Why you so bad? Why you so high? Хавел! Ну, очень круто. Я встала, у меня просто в стене прижало. Очень классно. Любовь, она разная бывает. Я знаю. Сика. Собственно говоря, нахер мы все это начинали? Это нечестно. Я уже особо поняла, что спорить я с игрой не буду, я просто в нее играть буду. У меня почти идеальная тактика. Ей не хватает просто момента, чтобы убить его. А остальное, в принципе, все в порядке. Все в порядке, кроме моей башки, потому что я на него уже, я не знаю, какой раз бегу. Мне кажется, нам скоро жениться нужно будет. Я ни к одному мужику столько не бегала, хавал, понимаешь? Боссы не считаются, они не мужики, они не люди. Сравнила сейчас своего моба с лошадью. Как бы ритм, понимаете, он навеивал воспоминания. Кстати, последний раз на лошади каталась, наверное, только в детстве. Я помню еще такие вот времена, древнедальние когда-то. В цирке, перед цирком, я помню, на пони можно было сесть там. Сесть за 10 рублей на пони. А потом почему-то, я когда подросла, мне казалось, что это таким кощунством. Мы с тобой в страстном танце. Кружимся, вертимся, как шар земной. Ну, у меня почти идеальная тактика. Задрал. Мне так не нравится. Спасибо, что вы верите в мои ничтожные способности в этой игре. Спасибо огромное. Thanks. Это сейчас был 200-й подписчик на Твиче. Песня? Я даже подумать не могла. Я даже поверить не могла. Я не знаю, почему вы меня смотрите, но охренеть. Тин-тин-три-ти-тин-ти-ти-ти-рин. Харл! Сука. Я сейчас тебя прячу, что вы. Что мне? Не-не-не-не-не. Ах ты, тварь! Хавал, тут не только ты умный, понятно? Ну, ладно, ты умный. Надо было стрим переименовать. Разборки по хардкору. Я вас умоляю. Посмелела. Девка-то. Давай-ка поактивнее бой, а? Да ладно, да? Наконец-то! Батюшки моя родная! Кольцо Хавала. Ё-моё! Прям как-то вот очень энергично пошло. Круто-круто. Мне нравится. Охренеть. Так, а нам дали какое-то кольцо Хавала. А, увеличивает количество переносимого снаряжения. А оно мне не надо. Я... стрёмные штуки не одеваем. А, да? Ладно. Окей, хорошо. Все, говорили. Так, подожди, а мне тут говорили, как круто спуститься. Только что-то вибрирует у меня все. Господи, мне так джойстик. А чё оно так дергается-то? Господи. А зачем я к нему спиной встала? Я с ним поздороваться хотела, да? Так вот, недорассказала вам. Та-ра-ра-ра-рам-там. Не судьба. Демон, как?
Капра. Капрал. А что с драконом делать? Я же до него не допрыгну. А его и нет. Да и пошел ты. Да и ты пошел. Та-та-там. Легкой походкой идем мы до края. Меня зовут не Рая. Не знаю. Не спрашивайте, почему такие рифмы. Рифмы — это дело сложное. Это Dark Souls Remaster. First time playing in Dark Souls. In Dark Souls 1? Yes. Yes. Cool. This is... Блин, все, мой английский, короче, закончился. Я вообще-то по собаке ударила. Почему я до вас пошел? Потому что я нихера не вижу. Вообще, я просто ничего не видела. Причем я по собаке ударила. Слушай, а как у меня так вообще? Я же ничего такого не делала. Ну какой шикарный опять проход к боссу. Ёшкинький кот. Что не проход, так мой кайф. Игра на релаксе. Блять, почему эта собака успевает меня укусить, хотя я уже на нее наношу удар? Что это за потрясающая логика собаки этой сраной? Не на ту напал. Что такое? Размечтался. Смотри с ним. Ornstein and Smoke, this is my lovely guy in this place. I don't see in personal, but I swear this is meet was very epic, если так можно выразиться. Короче, я все сказала. Пошла я к Басяндре. Ой, она мне перевести. Парень спрашивает о том, что слышала ли я про Ornstein и Smoke, и что они считаются одними из самых сильнейших боссов в игре Dark Souls 1. Я сказала о том, что да, я не слышала, и еще встречу. Стрекман сказал о том, что он прошел уже 6-7 раза. Я сказала о том, что тебе еще предстоит встретиться в третьем Dark Souls с таким потрясающим персонажем, как Нидир, и который считается тоже одним из самых сложнейших боссов, и типа, чувак, удачи тебе в этом. Тарарарантан! Они считаются самыми кривыми боссами. Серьезно? Самыми кривыми? А чё они? Ну если бы только не эти грёбаные собаки. Я бы тогда вообще, наверное, была счастливая. Рок-н-ролл, короче. Где она лежит от меня? Расскажите мне, пожалуйста. Что это за херобора? На боже мой, я материться не хочу. Забыл? А, он же меня заметил. Заметил. Давай, иди сюда, козел. Я сейчас тебя устрою. Давай, давай, давай. Быстренько. За мамку-то. Где ты? Давай, давай, давай. Нахрен. Эта лестница существует для того, чтобы я тебя завалила. Ты мне шипала лучше, давай. Fuck you! Fuck you, демон! Демоническая мачете, человечность, косточка возвращения! Быстро гоните мои души. From software, my only heart for love. Спасибо. А зачем? А нахера я это вообще все делаю? У меня просто механика в башке своя сидит, и это нормально. Не обращайте внимания на меня. Ну а теперь что ты мне скажешь? Мама гибла. Я еще с ударю.
О, господи, бывают же тёлки бесячие, а? Слушай, я таких, как ты, в детстве и краситься учила. А? Какая нежненькая. Даже в этой кривой игре я смогла сделать очень крутую девочку, а? Не позорься, ёптать! Вот мне нравится вот этот загорелый такой. Лежит вообще все пофигу. Чё, куда, зачем? Батяня! Я иду за броней. А почему я не могу катану свою увеличить? Типа нужна какая-то плюха? Прям плюха-плюха? Оно там. Я здесь. Нам пока не встретиться никак. Я женщина пока погремушка. Сколько боссов? Первый. В темнице. Гаргуль и вот этот. И они пока четыре. Ладно, я вас бить не буду. Вы все равно мне нихера не делаете. Ой! Ага, в лес пойду, наверное. Там еще какая-то долина драконов есть. А, там гидры еще можно пойти. А там еще драконы какие-то были. Так вы зачем столько игроку выбора даете, а? Я как женщина, а розовую мне сумочку взять или красную? Блин, вроде розовая прикольная, вроде и красная неплохая. А может это, может что? Паровозик, ту-ту! Звонит мне такая мама, спрашивает, что ты делаешь? Я мох собираю, с кого? С кустов. Зачем? Но они мне нападают. Хочу зелень. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Я пошла за осознанными люлями. Действительно от этого кайфует. О, эстер какой-то. Острый. Я! Защищайся. Нахал. Кратковременное проклятие. От них же бежать-то можно? Дайте святую воду кто-нибудь. Серебро! Нужно сэбэйшн. Зачем мне проклятие? Так оно же кратковременное. А это еще не призрак? Во. Так, а воду я вступить не могу, потому что иначе я сдохну, да? А, нет, не сдохну. О, все, ништяк. Бегом, бегом, бегом. Да ну вас нахрен. Вы что думаете, я с вами сражаться? Че молчали? Глубина везде разная. Твою ж мать, а? А пока что, их оббежать можно, этих призраков, нахрен с ними драться. То есть у меня нет такого, что типа я ее взяла. Это моя прелесть. Твою мать. Ну да, и короче, не оббежишь. Все, я передумала. Они меня убили два раза, я на них обиделась. Бери мне к херам эти руки. Руки свои загребущие убрал от меня. Руки уволены. Уволен. Убери руки. Нахал. Ты, ну что ж ты. Слушайте, не знаю как вы, я вижу прогресс, и пока я его вижу, зад впереди. И все, и ты с этой мыслью живешь, и как бы тебе окей. Короче, я в лес пошла. Зачем вы туда прыгаете и что-то пишете? Вот вы думаете, что вы типа классные? Вот читать нужно. Какого устройства? Сразу, а? А я готовилась к люлям. Танцы, танцы, танцы. И сводит музыка с ума. Блин, мне его жалко бить. Невыносимо губ твоих касаться. Но так хотела я сама. Заткнись, тебя люди забанят. Они не будут тебя смотреть. Просто дерево, зачем? Блин, там что-то есть. Прости, дерево. Понимаешь, а времена тяжелые, мне еще на пенсию надо экономить. Перестань, перестань. Да не могу. Ой, какая хрень прикольная. Японский это не было. Если бы я что-нибудь понимала. Впереди спина. Еще спина. Зад впереди. Что-то как-то все очень мутно здесь. Дракон впереди. Давай доспехи. Слушай, давай доспехи, а. В этот раз доспехи, следующий раз дракон. Все нормально, поговорили, порешили. О! Доспехи там получили! Доспех в студию! Слышь, ты достал хилиться? Я столько не хилюсь, только ты хилишься. Вот, типа, на того трупа? Кольцо с... О! Кольцо с волком! Думала, гадала! Я! Одно из особых колец, дарованных четырем рыцарям Гвина, кольцо волка, принадлежащее Аториусу, спутнику бизнеса. Аториус имел несгибаемую волю и подобно надел большим мечом, получает баланс. Сейчас к вам вернусь, уроды, вы что думаете? Я так просто не уйду. Чувак, ты какой-то...
косой. А что он со мной? Он и меня типа восстановил или что? Что за был за квака хрень какая-то? Блин, что, почему эта хрень на меня распространена? Он типа воскрешает или что? Он... Блин, я отойти от него не могу. А-а-а, это типа меня... Я поняла теперь наконец, что это за херня такая. Ну пока сам не увидишь, хер поймешь, называется. Ну пошли, его завалим. И что с ним делать? Блин, это бред какой-то, вот я клянусь. Я не пойму, как теперь к нему подходить вообще. Это чушь какая-то вообще. Это просто бред. Дичайший вообще. Да иди ты в манду. Отлично вообще. Я вообще-то перекат делала. Что для китайцев? Пизду иди со своим этим. Блин, ну как? Ну я же вот этой херни отошла. Блин, что за... А как мне понять, как это у него хер действует, а когда не действует? Просто дебильная какая-то магия, абсолютно. Я вообще ее не понимаю, абсолютно не понимаю, как она работает. Каким, блядь, образом на этих у меня такой херни не было, а вот на том мудаке я просто, я уже раз четвертый, наверное, висну. Да это тупость какая-то вообще, учитывая тот факт, что они просто, я никаких... Я не могу... Оно даже не фиксируется, это не как магия. Я не понимаю, когда он ее делает и когда нет. То есть я просто к нему подхожу, и эта херня появляется. В чем логика? Уйди. Идите вы в манду оба. Пошли душу тратить. Я манала с ними носиться. Козёл. Я не пойду. Почему нахер вообще? Да блин, они кривые какие-то. Я не знаю, как с ними бороться. Скотина. Нервы-то задрал. Так тебе, козёл. Мини-платье. Девочка из твоих снов. Блин, я забыла эти меню гребаные убрать. О, да, не знаю, что ты хочешь быть со мной. Вместе! Ты свои щупальца тут не распускай. Вот куда он пошел, а? Ну, пока он идет, я пойду свет включу. Он еще тут? Класс. Лук, стрелы, не, ничего нету. Арбалет есть. Какие-то змеи нужны. Итак, что нас ждет?